дороги, потому что вот с этого гаража постоянно все течет, и в течение дня невозможно вообще пройти. Ни зимой, ни летом. Если идет ливень, то здесь как бы бери байдарку и плыви. Просили сделать слив, вот хотя бы ленёвку вот эту вот сделать вдоль вот этого гаража. И там это делать... Мы задавали на приеме. Потому что невозможно ни с детьми не проехать. Обратиться в администрацию. Да, это не ваш вопрос, обратиться в администрацию. Мы вам предложили, хорошо. Я вам предложил обратиться... Обращались и туда, и сюда, и никто нам не помог. Там-то, в принципе, сделать то только жёлоб, этот металлический приварить, чем вам да. Сделать, вот это сделать лёгко. Мы предлагали вам это сделать, но за чей счёт? За ваш счёт? Нет, ну, на вашем деле минус миллион. Ну, конечно, все. Вы мне предлагали сделать вам ливнёк. За чей счет, я спрашиваю? А за чей счет, когда мы сейчас тратим, у нас нет денег на вещи, чтобы тратить? За чей счет вы сносили плащ? Подождите, зачем тогда вы это делаете? Это разные вещи. Ну,